Отец, я благодарю Тебя, что Восток открыт. И врата впускают эту славу, которую переживут Измаил. Ты мой сын. Я говорю, царь воссядет и будет пировать в присутствии славы. Поехали! Упиваюсь я твоей живой воды, и вот несет меня река твоей. Здесь наливаем. Пьем. Дайте я ей еще налью. Отпустите ее. Отпустите. Если человек напился, дайте ему полежать спокойно. Вот смотрите, все, кто будут смотреть эту запись. Два переводчика, оба в дупель. Демон, в этот раз ты точно сгинешь. Прочь! Будь полностью исцелена вместе с дочерью во имя Иисуса. Ну-ка, вышел из нее! Вышел вон! Гонь! Огонь! Поставлен на управление, поставлен как сын, на которому поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни, раздавать возможности. Это твоя судьба.